Российский рынок электромобилей, обильно орошаемый госсубсидиями, привлекает удивительные стартапы. Через полгода в саратовском Энгельсе начнется сборка китайских электромобилей «Фау». Этим займется промышленный холдинг «Альфа-Тех», что хочет продавать машины под оригинальной маркой «Альфа-Рус». Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, документы между «Альфа-Техом» и группой «Фау» были подписаны в декабре. В течение года из машинокомплектов планируют собрать 2000 электромобилей. Это будут компакт-вены «Фау» Бестюн НАД образца 2021 года. Модель длиной менее 4,5 метров создавалась для нужд такси, поэтому салон отделан моющимися материалами, а задние дверные проемы выполнены максимально широкими. Интересно, что задняя левая дверь сделана распашной, а правая — сдвижной с электроприводом. Салон, учитывая компактные габариты, пятиместный. Интересно, что конструктив компакт-вена позволяет не только зарядить, но и заменить съемные аккумуляторы. Такая опция может быть полезна таксомоторным и каршеринговым компаниям. По официальной версии, со временем «Альфа-Тех» рассчитывает локализовать выпуск ряда компонентов — пластиковых деталей, стекол и электронных узлов. Но для начала нужно как минимум освоить крупноузловую сборку. Однако производственной площадкой почему-то выбран не один из бездействующих автозаводов, а частный технопарк «Росбытхим», где нет никакого автомобильного конвейера. Это значит, что машины придется собирать на стапелях, и это сводит к нулю шансы развернуть крупносерийное производство.